Первый вопрос у меня был бы к вам такой, чего многих в России интересует. Есть такое в России мнение, что новое правительство это пришло во власть с помощью Запада. И насколько я знаю, что на Западе тоже есть такое мнение, что новое правительство это пришло из России. И вот хотелось бы знать, и этот вопрос многих бы интересовал, что за новое правительство? Какое оно? Прозападное, пророссийское или же это проармянское? Если оно проармянское, то что это значит? Честно говоря, я удивлена, что до сих пор этот вопрос существует и звучит. На самом деле, на протяжении всего движения глава оппозиции, мой супруг Никол Пашинян, неоднократно подчеркивал, что это движение не имеет никакой связи ни с Западом, ни с Россией и никем не направляется. Я понимаю, что очень часто народ не верит тому, что говорят политики. Но поскольку вы адресовали этот вопрос мне и ждете моего ответа, то я ничего не могу добавить, кроме того, чтобы призвать вас поверить словам Никола Пашиняна. И я лишь снова повторю то, что говорил мой муж, что это движение, событие и это правительство исключительно проармянское, имеет армянские корни и представляет интересы армян и Армении. То есть армяне в России могут быть уверены, что, значит, те же российский контингент войск также и останется, как я понимаю, да? Потому что, когда они говорят о Западе, они в основном ссылаются на партию ЕЛК, где якобы было прописано, что Армения должна быть ближе к Западу, чем к России. Я думаю, слухи, скорее всего, из-за этого. Возможно, именно с этим и связано подобное недопонимание. Но если я не ошибаюсь, также многократно звучали заявления, что касательно военной базы никаких изменений не будет. И более того, неоднократно публично заявлялось, что прогресс будет только в лучшую сторону. И армяно-российские отношения будут углубляться, станут прочнее прежнего. Хорошо. Скажите, такой вот еще вопрос. Многие тоже неуверенно себя чувствуют тем, что в составе правительства в основном молодые люди. Говорят, им нужен опыт. Вот вы как считаете, нужен ли опыт вот этим молодым людям, которые вот избраны, или все-таки они уже научены? Я на этот вопрос не могу ответить беспристрастно. Я отвечу как супруга премьер-министра. И скажу, что полностью доверяю выбору моего мужа. Может, из-за возрастных или каких-либо личных качеств какие-то назначения могут вызвать некоторые вопросы, но повторяю, что я доверяю назначениям Никола Пашиняна. Если в результате работы этих людей возникнут какие-то проблемы, их можно будет заменить. Вы продолжите карьеру в журналистике или вы уже будете как первая леди Армении заниматься чем-то другим? Во всяком случае, пока пытаюсь продолжить свою деятельность в газете «Гайкакан Жаманах» и не хочу оставлять должность главного редактора. Но также в связи со сложившимися обстоятельствами у меня теперь есть и другие обязанности в качестве супруги нового главы государства. И в течение последнего месяца я все свое время трачу именно на это. Я надеюсь, что со временем мне удастся совмещать эти две деятельности. Вы, как журналист, наверняка еще отслеживали новости, которые освещались происходящие в Ереване, в том числе и в России. Скажите, как вы реагировали или, может быть, не реагировали на фейковые новости, которых было очень много, в том числе из Азербайджана и из той же России?
В действительности, во время бархатной революции возникали серьезные проблемы с распространением фейковых новостей. Но, как я уже говорила ранее, эта проблема является глобальной, и даже во время выборов в Америке или в разных политических ситуациях в России этот вопрос имеет место. В самом деле это сильно мешает, но человечество еще не нашло против данной проблемы какого-либо решения. Ну и в конце концов, сегодня, параллельно с реальной вооруженной войной, очень важную роль в ней играет информационная война. Надо как-то суметь адаптироваться к этому и реагировать соответственно. Скажите, как вы считаете, вот я как думаю, в связи вот с теми же фейковыми новостями, в России очень много армян, которые занимают довольно-таки высокие должности в той же журналистике, даже Маргарита Симонян и многие другие. Но даже они выпускали, можно сказать, фейковые новости. Как вы смотрите на то, чтобы в самой Армении хотя бы один русскоязычный канал открыть, чтобы могла и диаспора пользоваться напрямую вот этими новостями из Армении? Я об этом не задумывалась, но в Армении действует телеканал «Спутник Армения» и радиостанция. Так что я не думаю, что у русскоязычной публики могут возникнуть проблемы с получением информации. А насчет открытия русско-армянского телеканала, то это уже не я должна отвечать на этот вопрос. Кроме того, на территории СНГ действует телеканал «Мир». И все электронные новостные издания имеют русскоязычный формат, поэтому я не считаю, что этот вопрос так остро стоит. К примеру, наша газета не имеет английской версии, но русскую версию имеет. И мне кажется, что в Армении русскоязычная пресса доминирует над англоязычной. И у меня два коротеньких вопроса еще. Они такие. Недавно ваш супруг Никол Пашинян и ваш сын, это, наверное, кстати, будет, наверное, вопрос к маме больше, да, объявил о том, что вот его сын пойдет в армию и будет служить в Карабахе. Не думаете ли это, что-то более такая, наверное, информация была бы вредная, потому что враг все-таки не должен знать, кто будет служить? Вот. Зачем это нужно было сделать? Может быть, промолчать надо было как-то? Это не просто так было сказано. Данное заявление имело определенную цель, и эта цель доминирует над теми опасениями, которые вы озвучили. К сожалению, на сегодня у нас есть некоторое количество людей призывного возраста, которые не хотят служить, уезжают из страны или иными путями избегают армии. Этим шагом мой супруг и сын призвали граждан Армении, находящихся за границей, вернуться и добровольно отдать свой долг родине. И было примером того, что он добровольно едет служить в республику Арцах. А что касается ваших опасений, я очень надеюсь, что будет соблюдаться мир на наших границах, и как мой сын, так и все солдаты, которые служат и с армянской, и с азербайджанской стороны, вернутся домой целыми и невредимыми. И последний вопрос, такой, может быть, немножко веселый. Скажите, что стало с тем самым четвероногим другом, который вместе с вами шел из Гюмри в Ереван? Его имя Чало. Ему также дали второе имя Кайло, шагающий. Он сейчас в руках участников движения, они его опекают, выхаживают. На данный момент он в хорошем состоянии, даже стал мировой звездой, можно сказать. Если вы не в курсе, про него очень много статей было написано, и даже фильм был снят. Так что он стал очень популярным за время революции. Надеюсь, что потомки тоже обретут семьи и будут в добром здравии. Надеюсь, его потомки тоже обретут семьи и будут в здравии. Спасибо вам большое за то, что приняли нас. Спасибо.